погоне за быстрой наживой недобросовестные предприниматели порой совсем не заботятся о безопасности отдыхающих и работают с грубыми нарушениями. С этой проблемой специалисты администрации города и сотрудники госинспекции по маломерным судам сталкиваются ежегодно. Был случай в начале купального сезона. Так, в поселке Лазаревское при буксировке плюшки было допущено, видимо, какие-то ошибки судоводителя. Пострадала девочка, попала в больницу. Следственный комитет занялся этим вопросом. Самое распространенное нарушение – так называемый незаконный заход в зону купания. Это угрожает безопасности отдыхающих. С целью выявления нарушителей, привлечения их к ответственности, а также устранения последствий нарушений, инспекторы ГИМС и сотрудники администрации регулярно проводят специальные рейды. В этот раз они выехали на побережье в поселок Волконка. Нарушения были обнаружены довольно быстро. В зоне купания находились гидроциклы, а на гальке своих клиентов ожидали банан и так называемая плюшка. Нарушения, как везде и всюду, всегда присутствуют, небольшие, незначительные. Нас предупредили, будем заниматься сейчас устранением всех недостатков и дальше уже по существу продолжать как бы работу абсолютно безопасную. На первый раз инспекторы ограничились незначительным штрафом 300 рублей, за повторное нарушение 500 рублей. Если это не поможет, судоводитель будет лишен водительской лицензии. Намного жестче спрос предпринимателей. Арендатору пляжа, на котором выявлено нарушение, грозит расторжение договора аренды и привлечение к административной ответственности за ненадлежащее предоставление услуг. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.